Ксения Алькова. Восьмой капитан команды Мария Крупина. Навозова повнимательнее. Здесь кто-то Тулупова бьет в касание. Угости. Самородова на Дурандину. Дурандину сбрасывает мяч Квасовой. Квасова будет бить. Ничего себе. Анимакина не вышел за пределы поля. И Александра Колесова. На углом. Самойлова, вот можно бить! И здесь Хлебосолова. Алимайкина. Едет на удар. Судакова на себя его принимает. Ну и здесь Колесова забирает мяч. Наумова перехват. Дурандина на поле. Пас Наумовой. Навозова выходит из ворот. И ногами отбивает мяч. Руками ей нельзя уже было играть. Чернова. Обыгрывает Наумова. Удар! Александра Самородова! Самородова. Жесткий стык. Ну и внимание, Дурандина по Самородовой! Александра Самородова была. Не смогли пензенские девушки передачу на нее сделать. Под занавес первого тайма решили нас порадовать атакующей игрой. Удар в ближний угол. И есть. Результат потрясающий. Александр Колесов. Алимайкина бьет. Здесь Мария Сурнина легко мяч забирает. На Самородову. А вот здесь, внимание, Мария Самойлова, пас Ениной, Сурнина. Прострел Самородова головой. Гол! 1-0. Прострел Самородова головой. Гол! 1-0. Дурандина. Передача. Хлебосолова на ударной позиции. 2-0. Валерия Хлебосолова. Не впуск. Передача на Чернову. Крупина. Прострел. Ну здесь будет гол. Да. Ксения Алькова. 2-1. Алимакина. Повнимательнее здесь нужно. Ворота пустые. Напомню. Наумова. Удар. А можно бы сделать передачу на Дурандину. Алимайкина! Бьет Алимайкина! Сурнина! Снова Мария Сурнина! А Норманочка отправится в Питер. У Норманочки вообще тяжелейший график. Лагуна, Аврора, снова Лагуна. Самородова, длинная передача. И там Наумова цепляется за мяч. И все. Ой, в конце еще будет нарушение правил. Жесткое нарушение. Самостоятельно Енина поле покинуть не может. Здоровье, конечно, Катя. Так или иначе, Норманочка во второй раз за два дня обыгрывает Лагуну ОР.